Прокуратура республики поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя Астраханской области. Он подозревается в мошенничестве, совершенном организованной группой. Установлено, что в сентябре 2023 года молодой человек в качестве курьера помогал телефонным мошенникам обманывать пожилых граждан. Аферисты действовали по схеме «Ваш родственник попал в дорожно-транспортное происшествие». Звонившие на стационарный телефон пенсионера представлялись внучкой или дочкой и просили деньги для оплаты лечения пострадавшим и освобождения от уголовной ответственности. Деньги у потерпевших забирал фигурант уголовного дела. Полученные денежные средства он переводил через банкомат на счета сообщников, забирав 5-10% от суммы. В соответствии с позицией государственного обвинителя, мужчина приговором Элистинского городского суда Республики Калмыкия признан виновным в совершении 5 эпизодов мошенничества с причинением значительного и крупного ущерба гражданину организованной группой. Он приговорен к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.